Следующую песню я спою в несколько народном варианте слов, но я не знаю, хорошо это или плохо, но то, что существуют народные варианты, говорит о том, что песня популярная, и песню Наволды Матвеевой поют довольно широко. Ехал солдат лесом, ехал целый день. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, еле сосна, да. А навстречу бабка старая, как мель. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, говорит она. Едешь, солдат, едешь, а твоя жена тебе молодому больше не верна. Солдат зашатался, побелел, как плат. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, говорит солдат. Если же и вправду больше не верна, эта молодая, так сказать, жена, значит, мне придется пристрелить ее. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, зарядил ружье. Едет солдат полем, а навстречу дед. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ты удалённо, что сказала бабка, тому веры нет. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, произносит он. Твоя молодая, милая жена, тебе молодому истинно верна. Солдат засмеялся, весел, весел, рад. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, говорит солдат. Если же и вправду истинно верна, моя молодая, милая жена, значит, я не стану убивать ее. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, разрядим ружьё. Пока он ехал, пока подъезжал, заряжал его, разряжал его, разряжал его, заряжал его, заряжал его, разряжал его, разряжал его, разряжал его, разряжал его.